Значит, по поводу угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, ну вы правы, такая угроза нарастает, здесь чего греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый, но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее, у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. То есть, когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ. Значит, существует и то, чего все сейчас обсуждают, так называемое тактическое ядерное оружие. Оно в большом количестве расположено, американское ядерное оружие, в большом количестве расположено на европейской территории. Мы никому наше ядерное оружие не передавали, не передаем. Но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если этого потребуется. Но здесь ведь в чем дело? Дело в том, что так же, как и в предыдущем случае, когда говорили о русофобии, никто ведь не замечает и не хочет замечать и видеть то, что делается и говорится в странах-соседях, в западных странах. Вот я уже сказал, мы же свое ядерное оружие, в том числе тактическое, на территории других стран не содержим, не имеем. Американцы имеют. И в Турции, и в целом ряде других государств Европы. Так? Они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы же этого пока не делали ничего. Это второе. Третье. Разве мы говорили о возможности применения? Нет. Вот бывшая, не к вечеру будет помянута, значит, премьер-министр Великобритании. Она же прямо публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывание никто не заметил. А то, что мы говорим, сразу же выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать. Значит, поэтому мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно. На сегодняшний день это очевидный факт. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор. И, надеюсь, это все понимают.